Как установили стражи порядка, 21-летняя нигде не работающая котлошанка решила обмануть коммерческий банк. Для этого мошенница пришла в один из торговых отделов города, где попросила оформить кредит на мобильный телефон. Женщина, не имея постоянного источника доходов, с целью хищения денежных средств, принадлежащих одному из коммерческих банков города Котоса, обратилась к кредитному представителю, которому предоставила заведомо ложные сведения относительно места своей работы, семейного дохода и заработной платы, сообщив при этом, что является работником детского сада, получателем заработной платы в сумме 18 тысяч рублей и имеет общий доход семьи в сумме 43 тысяч рублей. Поверив женщине на слово, банк предоставил ей кредит на сумму 8 тысяч рублей. Таким образом, она стала обладателем новенького смартфона, который впоследствии перепродала. В последующем данная женщина обратилась в кредитно-кассовый офис другого коммерческого банка для получения потребительского кредита на сумму 53 тысяч рублей, где также предоставила о себе заведомо ложные сведения. Но в связи с негативной кредитной историей банк в предоставлении кредита женщине отказал. Действия котлошанки попадают под первую часть 159 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования». За это женщине может грозить до 2 лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в Котласский городской суд.